Газ в каждый дом. Глава городского округа встретился с жителями деревни Матьяково. Темой обсуждения стала президентская программа социальной газификации. О том, что это такое и как подключить газ в дом, расскажет наш корреспондент. Что будет в первую очередь газифицироваться? Пожалуйста, вот эту вот информацию предоставьте. У меня есть с собой. На листах информация об условиях проведения газа. Стать участниками президентской программы могут собственники домов 19 населенных пунктов округа. Дегазификацию проводят в тех местах, где уже есть магистральный газ. Что такое услуга дегазификации? Есть жилой дом. Вот Мособлгаз за бюджетные деньги, за государственные деньги в рамках поручения президента и выполнения догазификации подводит магистральный или внутриквартальный газопровод до границы раздела. Если раньше подключение занимало до 5 месяцев, то сейчас работы проводят за 15 дней. Президентская программа пока не распространяется на СНТ. Социальная газификация до границы участка выполняется бесплатно, внутри частной территории за счет собственников. Сегодня Мособлгаз разработал программу, которая у них на сайте полностью опубликована. Каждый сегодня житель может зайти в эту программу, она называется «Калькулятор», и просчитать предварительные затраты, которые ему необходимо будет оплатить за услугу. График встреч с жителями по обсуждению программы размещен на сайте администрации Люберец. Узнать подробную информацию о социальной газификации можно по номеру горячей линии 8 800 175 75. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.